Всем привет! С вами Прапор. Мы играем в Assassin's Creed Valhalla. В данном видео я покажу очередное мировое событие в Брюндоне. Вот у нас получается сам Брюндон. Вот. И наше событие получается находится вот здесь вот на юге. На берегу Темзы. Вот, вот оно. Ну что ж, приступим. Я слышала, золотой воробей вез из Аксума не... Здесь затонул корабль с сокровищем? Да, жаль, течение слишком сильное, чтобы добраться до обломков. Хочешь попробовать? Я отлично плаваю. Не боюсь ни холода, ни сильных течений. Тогда мы сможем собрать для тебя награду за возвращение груза. Давай. Это, верно, и есть золотой воробей, о котором говорил торговец. Один сундук с сокровищем, другой с этой бутылкой. Надеюсь, записка в ней не промокла. Записка в бутылке? Умно. Ожерелье в желудке коровы. Похоже, чтобы найти остальное, придется порыбачить. Ну давай порыбачим, только что искать-то, блядь. Сколько тут вкусной рыбы. Так, а что это у нас за рыба? Давайте, чешуйчатые крысы. Тяните, ну. О! Крупная. Обычная рыба. Скользкие гады. Вот и ожерелье. Можно выручить кучу серебра. Может, оставить себе? Я нашел сокровище. Правда? Что ж, давай сюда. Я достал это из рыбы. Не могу от запаха избавиться. Это все бесценно, несмотря на вонь. Спасибо. Ну что ж, я, получается, молодец, да? Я отдал сокровище. Вот. Ну, у меня на этом все получается. Всем спасибо за просмотр, всем счастливо, всем пока.